Муфтия Дагестана шейх Ахмада Афанди посетила делегации из Хивского района, в состав которой вошли глава района, религиозные деятели и активная молодежь. Подробности в следующем материале. Каждый из присутствующих смог не только поблагодарить духовного наставника за теплый прием, но и услышать от шейха ценные наставления и задать вопросы. Так, глава района выразил беспокойство из-за уклонения от призыва на военную службу молодых ребят. Многие сейчас, на сегодняшний момент, обосновывают, я не знаю, какие убеждения и убеждения, и говорят, вот служить в вооруженных силах российской армии на сегодняшний день как бы непозволительно им по каким-то убеждением. Муфти, в свою очередь, выразил мнение, что у войны нет национальности, и беда на всех одна. В 1999 году, когда к нам пришли люди, сам военную форму одел и был готов защищать в любое время, выйти и защищать. Этим я показал свое отношение к своей родине. Выполнял свой долг. Мы будем защищать Родину. Беспокойство выразил и начальник культуры. Одна из проблем, с которой столкнулись в муниципалитете, это уход сотрудников с работы по религиозным соображениям. Если они раньше играли, уступали, и в последнее время даже бросают работу, и как бы говорят, что по исламу это не подходит. По словам муфтия, национальная культура в себе несет свою уникальную самобытность. Раньше песни были, они носили воспитательный характер. А сейчас все вот это потеряли. В моем понимании, вот эту культуру, вот это надо развивать. В моем понимании. Но, я еще раз подчеркиваю, чтобы вот это носил характер. Алина Багилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ Махачкала.